Король ужаса и гений злодейства по прозвищу Фантомас являлся одним из главных французских антигероев и поэтому всегда был против. Фантомас был против Скотланд-Ярда. Фантомас был против наркотиков. Фантомас был против рака. А как-то раз Фантомас так разбушевался, что был сам против себя. Единственное, против чего Фантомас не был против, были гей-парады. Но, как говорится, один раз и Фантомас.